игрушек в прямом эфире. Goodgame.ru, все дела. И с вами Бобер, он же Майкер. 3 часа сегодня поиграем, повторюсь, в Overwatch, 3 часа в Warcraft. В чатике, соответственно, можете оставлять пожелания по героям. Желательно с какой-то задачей, может быть, с обоснованием, почему этого героя стоит выбрать в той или иной ситуации. И я уже за него буду крабить. В Night, привет. Давно тебя не было на ФФА. Казыч. Привет, yes. Так, Kings Row. Kings Row. Оборона. Оборона Kings Row. Да, это задачка та еще, конечно. Ну, конечно, я выбрал красавчика, на самом деле. Но его, во-первых, уже выбрали, во-вторых, мы достаточно много за него играли. Ханзо мне сильно не получ... Давайте дождемся танков, дождемся саппортов. Если очевидных ролей не будет, ну, то есть тех, которые необходимы, на мой взгляд, на этой карте. Ну, как-то очень странно. Ладно, давайте... Нет, 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 нет. Фара еще хороша здесь. Сейчас пока стычка идет, так что не факт, что это будет оборона. Хорошо, я так в стену пострелял. Выходим, выходим. Ну не надо бомбы тут свои. Нет! Но, подлечились еще, успели, и Макри сзади подошел. Вот гады, втроем встречают, а? А, тут еще Бастион. А, Бастион наш был. Привет, Джерри! Я вроде вышел с базы, уже плюс. Вижу, Бастион стреляет там по кому-то. Отличные попадания рокетом, вы видите. Вражеская фара побежала, полетела. Сметочка, сейчас ее надо принять просто. Ну, кто кого примет еще? Тут такой вопрос. Так, во-первых, карта другая. Дорадо. Та-да-дам. Оборона за Дорадо. И опять тут красавчик уже один есть. Что же с вами делать? Ханзо. Жнец. Есть саппорт. Танка нет. Танк надо... Ну давайте Зарю возьмем. Заря хороша тем, что может альтернативочки на дистанции закидывать. И она на оборону больше мне, на мой взгляд, подходит, чем тот же самый Райан Харт. Там чего оборонять-то с щитом стоять? Это надо тем людям, которые... Ну, у нее, по крайней мере, какой-то рейндж есть. Наверное, лучший рейндж среди оставшихся танков. Ну, а то, что танк необходим, это, наверное, все-таки... Ну, не всегда, конечно, но для такой более-менее сбалансированной команды, конечно, танк не помешает. За Зарю. Какие приоритеты у нас? Во-первых, напоминаю, что сверхважно получать урон пропорционально. То есть, вот, не брать на себя больше, чем сможешь унести. С одной стороны, у Зари, в отличие от других танков, ХП... С одной стороны, поменьше, с другой стороны, он комбинированный запас здоровья, то есть половина здоровья реген, половина обычные. То есть несколько секунд вне битвы, и вы восстанавливаете половину своего запаса здоровья. С другой стороны, у нее еще есть пара щитов, причем щит на себя, он длится очень-очень мало, буквально пару секунд. Его нужно включать именно в тот момент, когда вы вот гарантированно уже начинаете получать урон. Щит не только заблокирует часть входящего урона, но и увеличит урон ваш собственный. Попробуем пока издалека пострелять. Вижу, там солдат есть, вижу, Райнхард есть со стороны противника. Они уже начинают двигаться. Блин. Блин, в щит так мочить не хочется. Может, прикрыть нашего друга? Да, прикрыл. Ну, накидываю, накидываю, накидываю. Щит накинь. Чуть-чуть урона получил, буквально чуть-чуть. Сейчас вот ворвусь по щитом, чтобы зарядиться. Зарядился на 33, не густо вообще. Не густо, не густо, не густо. Оп, нет, 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 блин.
Мне кажется, фара сбила отталкивающие темы ешки своей. Там улетели прям все. Вот, короче, ей главное не получать слишком много. То есть, если вам удастся вовремя уходить из битвы и получать урон так по порциям, то с одной стороны вы будете, капитан очевидность, здоровы, ну, в смысле, живы. И с другой стороны у вас будет еще... Трейсерка сверху. У вас будет еще значительно увеличен урон. Правда, насколько значительно, я, к сожалению, цифр точных не знаю, но... Ой, какой грамотный товарищ. То ли он перезаряжался, то ли специально он игнорировал щит. Но, в общем... Так, разогрелись немножко, совсем чуть-чуть разогрелись. А... О, хорошо. Пошел ультимейт. Вижу трейсерку, блин, трейсерку хрен, конечно. Даже если видишь, ты ее особо не... Не подэмиджишь. Вижу бастион. Ой, разогрет я очень сильно. Разогрет, но щит поставил. И там ультует бастион, надо валить отсюда. О, ёпрсэте. Снимает 70 ударов с руки. Вот у Райнхарта. Сейчас посмотрел, было 112 жизней, а после удара первого стало 40. Ну, то есть, скорее всего, как раз вот 70 он и снимает. Почему тест премиум не работает? Не знаю. Хороший, кстати. Напиши, пожалуйста, на саппорт. Мы проверим эту тему. Разогрелась. А, еще важный момент. Ультимейт Зари. С одной стороны... Не дэмэджит совсем. Но если вы будете в достаточной мере разогреты... Ой, ёшки-матрешки. Тут вообще какая-то жара пошла. Наглеют, пацаны. Наглеют. Так, я разогрет на 50. Накидываю щит еще на жнеца, который впереди стоит. Ой, бомба на мне. Вот сейчас можно ультануть хорошенечко. Давай. Огонь по готовности. Там их несколько. Во-вторых, у меня разогрев больше половины. И нормально получилось. Мы чканули двоих. Хорошо. Смысл в том, что если вы подойдете к своей ульте, завязаете ульту при близком к полному разогреву и с полным, что важно, боекомплектом, то вы сможете 4 раза выстрелить флеш по противникам. Это очень круто. Не знаю, правда, какой это конкретно урон. Опять же, повторюсь, на разогреве идет. Барьер активирован. Не, нельзя. Вот сейчас вот неправильно я сделал барьер. Ой, вот это плохо тоже. Да, я понял тебя. Так, ой, бастион еще здесь. Короче, они зашли. Они зашли. Приндекс Калуга. Ну, конечно, будет. В анонсе же написано, что будет. И в Message of the Day будет, что, во сколько. Почему иногда проще задать вопрос, чем прочитать, например, в чатике Message of the Day или посмотреть в анонс? Ну, как так? Уже второй раз такое. И вроде такие активные пользователи, вроде все. Хорошо, зарядь. Ой, там опять у бастиона. Блин, разогрев хороший, на хпшечки уже не хватает. То есть заря, видите, она и на дальней дистанции неплохо работает. На ближней ей нужна сноровка. Если вы когда-нибудь играли в кваку, если знаете, что такое шафта, то понимаете, насколько сложно держать неопытному товарищу постоянно... О, это красавчик. С нашей стороны? Не, не с нашей. Как сложно держать на мобильные цели... Так, у меня есть ультимейт, да? Блин, вот сейчас плохо. Сейчас плохо, потому что хп нет. Блин, опять он ультанул. Но я успел щит юзнуть, но не добил его. Разогрев уже хороший. Вот раньше я не занимался вот более таким неконтактным, так скажем, танкованием за зарю. И только сейчас приходит уже к более правильному пониманию, когда нужно врываться, когда нужно держать дистанцию, с кем нужно размениваться, с кем, собственно, не нужно размениваться. Сейчас хорошо зарядились. Один щит заряжает 50 целей. То есть, если вы максимально используете щит, если вы поглощаете весь урон. Я так не хочу.
Ой, опять сейчас будет хрень. О, нет, я ж попал. Блин, я ж попал. Ой, налево, ну. Больно не будет, просто упальчик. Жесть. Там. У нас плохо все, у нас 4 минуты, груз на контрольной точке уже вот-вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас попробую зарядиться немного, зарядился тут же. Ну так, немножко, на самом деле. Да, блин. Вижу бастион. Давай-ка ультанем. Ой, там тоже ульта. Ну и на половине заряда действовал. Врубил щит, но не добил никого. Короче, я тут... вроде как пару раз нормально ультанул, вроде как поглощаю какой-то урон, кого-то даже убиваю, но этого недостаточно, к сожалению, пацаны. Недостаточно. Хочется за Зарю побольше поиграть, особенно если будет какой-то... Блин, да ты достал уже своим ультимейтом. Блин, даже щит не спас. Даже щит не спас. Ну все, вроде проиграли. Если там пацаны не совершат чудо, ну вроде не совершат. Да и держаться 2,5 минуты. То есть нам нужно сейчас всех убить, заставить их отступить на некоторое время, хотя бы чтобы груз назад пошел. Ну вроде отбились, пацаны, молодцы. Ну как отбились? Да, отбились. Сейчас будет меточка, скорее всего. Не, нормально, трейсерку. Вот хорошо, что они отдаются по одному, потому что это как раз очень круто. Так, щит поставили. Ангела надо забрать. Перезарядился. Ангела убили. Ульта. Да твою ж налево, сколько тут... Ох. Там был ультимейт от Трейсер вражеской. Ладно, у меня есть ультимейт. Хорошо, мы отбились. Большая часть пацанов... Ох, там минус 2 ульта убило. Там еще вебмани надо выключить. Привет, давай Warcraft лучше, говорит трактор. Трактор, Warcraft будет в 10 часов. Не раньше и не позже. Тогда, когда обещано. Ой, сейчас будет, блин, взрыв. Надо было брать... А давай ультануть. Что тут уже? Ультовать по щиту тоже как бы не камелько, но выбора особо нет уже. Они уже двигаются, надо их хоть как-то останавливать. Кидаю щит на кого могу. Меня пригвоздить хотели. Но все, остается мало. В ловушке и это ГГ. Ну, пацаны, я танковал. Сейчас, наверное, напишут что-то вроде 12 плюс тысяч заблокировано. Хотя нет, я же не Райнхард. Там будет 6-8 тысяч заблокированного урона, если я, в принципе, буду в числе игроков. Лучший игрок матча. На лучшего я не тяну, естественно, пока что. Врывается. Есть ультимейт. Пара... О, она просто ультанул, да? Ну, еще, может, кого-то добьет. Ну да, вот еще... Ох, отлично. Добил. Не, меня вообще нет нигде. Увы. Первый блин комом. Да нормально отыграл, чего? Умирал немного. Вроде как. Сейчас посмотрим, наверное, раз 5-7. Хотя, черт его знает, сколько я убивал. Как тебе, красавчик, играбельный или в атаках? В атаках не пробовал, на самом деле, я им играть. Спасибо, я просто пришел, жду, как раз засыпаю. Ага, так все написано же в чатике, как только приходишь, сразу написано. Ну, плохо, надо еще за Зарю пару раз сыграть. Найти вот эту вот середину, когда ты с кем-то с союзником вырываешься, на нем щит, на тебе щит, ты заряжаешься полностью и... Возможно, даже начинать дэмэджить с каким-то дилеем. Приготовьтесь к обороне. Оборона, Гибралтар. Какого героя взять, как вы думаете, и почему? Какие-то пожелания у вас будут? Ну, вы наверняка, если следили за трансляциями, знаете особенности этой карты. Она сравнительно открытая, здесь решают... всякие фары, здесь решают на обороне туретки, Симметра хорошо тоже идет, Макри здесь неплохо идет, Ханзо тоже может найти себе
Учитывая то, что оборону ультой можно хорошо скидывать. Фара много воздуха. Но фара уже одна есть. Монах. Кстати, Дзиньяту... Как он там называется там? Дзиньяту, да, Дзиньяту тоже можно взять. Давно, кстати, за него не играл. Герой специфичный, очень дохлый. Но Симметра накинет 50 хп и будет попроще. Так, давайте Дзиньяту, потом в аналогичной ситуации выберем Макри, потому что надо за Макри стрелять точно. Дзиньяту, на самом деле, с точки зрения ДПСа, очень многим не уступает. То есть, во-первых, у него достаточно скорострельная атака, по 50 отнимает. Во-вторых, он на цель кидает дебаф, и не только увеличивается входящий урон по цели, но и подсвечивается эта самая цель. Ну и к тому же у него есть возможность нормально снайперить вот так вот из-за угла, заряжая, делая серию из 5 выстрелов. То есть он снимает там, если попадет, 250 спокойно. Но попасть сложновато. А, слушайте, он не подсвечивает. А мне казалось, что подсвечивает. Ну, типа как... Хорошо, снайпер снял. Трейсер к этому идет. Я вообще ни разу не попал пока еще. Так, давайте за хилкой. Блин, я накапливал сейчас заряд. Хотел сейчас солдата принять. Блин, как не вовремя. Я очутился рядом с этим с Райнхартом, который чарджился. Как тебе обновление сайта Стига? Я не видел, если честно. Я даже не знал, что у меня сайт есть. Так, надо... Ой, ё-моё, как тут много-то народу. Блин. Блин, да как так-то, ловушки? Слушайте, да? Что за Дзиньяту какая-то хрень выходит? Ну, во-первых, я зря лезу за него на танке, то есть он должен стоять где-нибудь наверху, улыбаться, стрелять, хилять своих союзников и все. То есть ни в коем случае не сокращать дистанцию, у него неподходящее для этого, и количество хп у него для этого неподходящее, и роль у него для этого неподходящая. То есть он фактически точечный саппорт, точечный дебаф. Поэтому закидываешь хилку на нужных людей, закидываешь дебаф на ненужных людей и получаешь профит. О, хорошо. Вижу фару, вижу трейсерку, которая умерла от ловушек. Не добежала. Проще, конечно, по танку стрелять. Но танк, черт возьми, со щитом. Трейсерка. А кто там, я не понял. А, это вражеский Ханзо. Вражеский... О, парам-парам-пам, жбан, как я словил-то, а. Ну, сейчас пару раз попал опять же, но... Ой, зря упал. Ой, зря. Делаю хилку на симметру, потому что... О, сзади солдат. Да, здесь бастион, конечно, или там Макри какой-нибудь смотрелся бы в моих... В моей ситуации значительно лучше. Что там по ульте, кстати? Я же еще, типа, саппорт. Типа, надо воскрешать людей. Ой-ой-ой-ой-ой! Ох, ты ж ёшки-матрешки, фара, ты какая дикая... Когда лечить там? Ультует Райнхард. Ну я жду пацанов, там бастион раскладывается на самом деле. Кидаю хилку. Да, да. Сейчас Райнхарда должны раздраконить.
Справа, что ли? Ай-яй-яй, трейсерка и фара там еще. И солдат ультует. Ой! Трейсерка промазала со своей миной. Непонятно, куда закрепила. Но все равно ситуация хреновая. Есть ультимейт, надо его юзнуть в любом удобном случае. В любом удобном случае. Это бетка, во что ты играешь? Да, пока бетка. Ну, кого-то даже убил. Больно не будет, просто укольчик. Резурек пошел. Ну чего ты, смотри, там справа же. Давай культанем. Я ультанул фактически на свою жизнь и на жизнь одного тут союзника. Пару вижу. Пытаюсь там как-то закинуть, но это все тлен, пацаны. Все тлен, жизнь, боль. Пару ультует. Это ГГшечка. Да, Дзиньята в моих руках вообще пока ни о чем. То есть, да, вроде на кого-то кидаешь хилку, да, вроде на кого-то кидаешь дебаф, но это все тлен. Был бы я Бастионом, был бы я Макри, был бы я Ханзо, пользы, на мой взгляд, было бы значительно больше. Или той же самой фарой. Лучший игрок. Ну, пожалуйста, турелька. Отстреляла свое и лучший герой матча. Ну а чего, эффективность. Ультанулась, вниз можно спускаться. Ой, хорошо, еще внизу добавил. Ой, добавил, еще ангела убил. Хорош. Вот это настрелял, так настрелял. И вроде как я там где-то в чем-то участвовал. 15 убийств, но это все опять же тлен. Всем добрый вечер. Фигня героя, говорит товарищ. Нет, нет, не согласен. Грамотный вот Дзиньята, он очень хорош. Прям очень хорош. К сожалению, опять же, у меня нет точных данных относительно того, насколько он увеличивает входящий урон. У меня подозрение, что Дзиньята должен быть таким персональным саппортом любого ДПСера, что-то вроде Ангела. То есть и у Ангела есть такая же тема, то есть он либо лечит, либо увеличивает урон, но здесь ты просто вешаешь постоянный баф на регенерацию ХП какому-нибудь там солдату, Макри, и ну, человеку, у которого мало здоровья, которому вот нужен этот постоянный реген, и которому и который работает по одной цели, что важно. Вот. И, соответственно, ты делаешь дебаф на эту цель, ты лечишь, соответственно, этого товарища, и сам немножко с руки помогаешь, и все, отлично, в паре он будет работать с кем-то. Так, у нас оборона, Гибралтар. Давайте возьмем... Кого взять? У нас опять нет танка. Опять нет танка. Можно Зарю, кстати, взять. Она здесь хорошо тоже зайдет. Тем более я хотел... А, ожидание игроков еще. Мне пока из саппортов по стримам только ангел и девка с туретками нравятся. Девка с туретками? Это кто? Нифига себе, девка с туретками. Турельками. Что это за саппорт такой? Я взял ей... Ой, нет, тихо-тихо. Тихо-тихо, друг. Ты что? Прекращай. За мной там идут еще танки. И это ГГ. А, с туретками, с ловушками ты имеешь в виду. Симметра, да, симметра хороша. Симметра хороша по многим параметрам. Симметра хороша, во-первых, потому что все члены команды суммарно со старта получают плюс 250 суммарно ХП. Не просто ХП, который регенится, то есть щит. Это более классная штука, потому что ХП... Да, ёшки-матрешки, что же у вас так много-то тут, а, постоянно? Трейсерка, держи щит. Трейсерка, все вроде. Ну, кого-то там убили, но... Классно останавливается, конечно, щит. Симметра хороша, во-первых, потому что дает баф, особенно на для таких героев, как Трей. Ну, короче, у которых там 100. Вот это я приехал.
у которых там 150, 200 хитов, даже 250 жнецу неплохо было бы накинуть. А второй момент, так, оборона, да? Ну, давайте на обороне за зарю поиграем. Тут, с одной стороны, нам вроде как нужен танк, а с другой стороны, нужен танк такой, который бы ауешил и закидывал на дистанции. Поэтому заря в этом смысле, мне кажется, хорошо зайдет. Заря также по ульте, по крайней мере, стакается неплохо с трейсеркой. Хорошо стакается с Ханзо. Неплохо стакается с жнецом. Да и, в общем-то, красавчик тоже будет благодарен, если там 2-3-4 человека окажутся на некоторое время друг к дружке близко. Это позволит эффективнее работать бомбам, делать нормальную мину, и если прям успеет, может еще ультануть в кучу. Это уже, конечно, сказки. Даже просто для гранатомета было бы неплохо стягивать пацанов. Поэтому... А, ну и симметра, конечно, хороша еще тем, что она дает телепорт вашей команде. Если грамотно ставит ловушки, если грамотно стреляет, у нее телепорт достаточно быстро накапливается, и можно значительно ускорить приближение. Ну, короче, вот этот вот процесс ускорить добегание вашей команды с респа до горячей точки. Так, ну что мы видим? Вижу диджея, вижу Райнхарта, как минимум, но больше вроде ничего. 4, 3, 2. Трейсер, кажется, да? Трейсер? Ну ясно, снайпер еще вижу. Снайпер выцелил сразу же меня, четенько. Видите, как хорошо работает поле у... А, там заря еще. Повесил я щит на... Крыса зарядился немножко, его подспас. О, Дзинья, ты нифига себе. Не надо пока. И так зарядился неплохо. Обращаем внимание на... Ой, это что? Я понял тебя. О, на нем баф стоит. Зарядились на... Еще немножко. Шафта шикарно. А, нет, нет, живи! Кто-то лупил, кто, понять не могу. Добежать туда до большой аптечки. А, снайпер. Я увидел сейчас, где она стоит. Есть ультимейт. Хорошее начало, на самом деле. Поглотили урон, поперестреливались. Убил больше, чем... Ну, то есть, не умер сразу же. Убил там 2-3 человек. Хорошее начало. Для обороны, конечно, не такой хороший показатель, потому что им все-таки бежать ближе. Но для начала неплохо. Так, вижу красавчика. Кто у нас еще там? А, ничего не поменялось в плане... Ой, там фара еще. Ой, фара. Вот фара — это проблема. У меня сейчас тут позиция еще не очень хорошая. Я не хочу перестреливаться, пока никого рядом нет. Во-первых, мне и щит не юзнуть нормально. Я лезу на саппорт, а чего? На саппорт это не полезет, правильно? Вижу снайпера, который непонятно с какого места свалился. Ну и все, остановили их. Неплохо. Ой, фара там ультует. Так, делаю щит. Пробую там куда-то ей закинуть. Разогрев работает, хорошо. Но ульту я так и не юзнул. Трейсерка вражеская где-то рядом. Ну, это... Ну, вот фара здесь, да, фара топич вот на этой позиции. Просто ее хрен заметил здесь. Ой, туда еще лезть вообще не очень. Короче, надо поглощать урон, свалить отсюда нафиг и выйти на ульту. Кинул Ешку. Давай ультанем, я разогрет. Да, отлично. Ультанул там. Жнец уже всех убил. Так, пока я разогрет. Пока все хорошо. Я ищу цель. Цели нет. Свина вижу. Ох, они оба подходят сверху. Там снайпер за Райнхартом, поэтому... И фара еще идет. Да ну нафиг.
Вижу фару, она мажет. Но они подходят, они снова здесь. Блин, беда. Ой, все. Я попробую сейчас на щите уйти, вроде ушел. Разогрев дикий, фара. Блин. Перезарядка не вовремя была. И не сразу я среагировал на нее, понимаете? Надо было все-таки переключиться быстрее на... Надо вообще второй наушник надеть для начала, и тогда будет лучше слышно, что происходит и с другой стороны. Потому что я из-за стерео с одним ухом почему-то сижу. Ну, привык на Варкрафте с одним ухом сидеть. Там это не так критично. Вообще, мне Турбосвин нравится, как человек, с которым... Ёп, ПРСТ. Обнаглел вообще. Ё-моё, их слишком много. Врубаю щит. Да Дзиньята, ты достал вообще. Руками махать. Хорошо, отби... Ой, трейсер, извини. Лови. Хорошо, держимся. Сейчас как раз по времени вы видите, что... По времени у них все плохо. Минута 47 осталось. Груз не на контрольной второй точке. И это проблема. Огонь по готовности. Ой, а что за ульта такая? А, там сзади. Там Райнхард. Да брось, 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 ты чего? Пригвоздил. Ой, щит не успел врубить. Или успел. Там фара еще стреляет. Блин, больно. Не увидел я вторую ракету. Услышал, но не увидел, куда уворачиваться нужно. Одна минута. До точки продержимся. Ульта у меня есть. Надо только правильно подойти к ней с каким-то разогревом и с полной обоймой. Поэтому сейчас надо покидать щиты на тех людей, которые из нашей команды аркадят с одной стороны. Либо поаркадит самому, но это что-то вообще какая-то... Тихо, стой! Вот, Турбосвин аркадит, хорошо. Блин, опять ты, а? Давай сюда. Отлично, блин. Только одного саппорта поймал. Стоп, а где, где, где? Я слышу. А, вот он. Мало, мало, мало. Ешку накидываю. Полный разогрев. Щит врубаю. Ой, какой урон. Какой урон. Отлично. Фара еще осталась. Через 2 секунды откатится. Взлетай, дура. Хорошо. Полный разогрев сейчас был. Полный. Пушка, смотрите, как светится. И в центре 87, 88. Да блин, ты жив еще? А, вот так вот, тут у них рез просто. Ой. Кто ж знал, кто ж знал? Когда щит? Хорошо! Ой нет! Жесть какая, какая жесть. Такой разогрев, такой дамаг дикий входит. Просто дичь. Семь хитов. 12 убийств. Серия из 12 убийств за танка. Класс.
Ты грелка, да, я грелка. Я как этот... я как действительно грелка у протосов. Ну или как там с шафтой Кваки. То есть Заря реально хороша. Там Фаркин был прав, что я недооцениваю. Потому что оно требует особого, с одной стороны, подхода. С другой стороны... Ой, сейчас начнется. Да, я разогреюсь тогда на тебе, маленький. Ой, плохо. Ой, сейчас умру. Накидываю щит. Да и все, в общем-то. ГГшечка. Вот, то есть смотрите, у Зари ХП по сравнению, еще раз повторю, с другими танками меньше. ХП у нее комбинированный, то есть регенится быстрее. Половина ХП это щит, 200. Отлично. Она, у нее возрастает сильно урон. Она может работать на дистанции. И на близкой, в общем-то, и, ну, скорее у нее дистанция средняя. Средняя плюс, там, дальняя АОЕшная, так скажем. Но вы видели, насколько быстро уходят саппорты, если ты уже там в 60 плюс разогреве. То есть просто шафтой держишь, и у человека 200-250 хитов улетают буквально в секунду-полторы. За что и сколько разогрева дается? Разогрев, еще раз повторю, дается за то, сколько урона было нанесено по щитам. Либо твоему щиту, либо щиту, который ты кинул на своего союзника. У Зари фактически, кроме пушки, две способности обычные. Щит на себя и щит на союзника. Все, если по этому щиту проходит урон, он его поглощает с одной стороны и заряжает пушку, мститель, как кажется, она называется. Вот, поэтому крайне важно правильно кидать те самые щиты. Они действуют очень непродолжительное время, они не так хорошо сдерживают, как щит того же самого Винстона, но дают, видите, еще такой бонус в виде повышения урона. Ну что, кого сейчас выберем? Нам нужно на Ольской атаковать. Есть пожелания? Я бы еще разок Зарею сыграл, если вы не против. Правда, у нас и так два танка, но это может быть даже плюс в атаке. Особенно ангел есть. Ох ты. Нет, давайте я еще разок за Зарю сыграю. Под ангелом это вообще... Во-первых, ты на ангела можешь кидать Ешку. И, соответственно, его значительно сложнее становится убить. И плюс ты можешь дольше находиться на стреле, просто из-за того, что тебя постоянно лечат. Привет. Вот, ну, Заря, конечно, требует такого прицельного огня, то есть у нее точка довольно-таки, ну, то есть надо держать. На самом деле это вопрос тоже практики исключительно. Просто помните, если вы, опять же, играли там в третью кваку, помните, что такое шафта? Ну, не только в третью, в первую вроде подобное оружие тоже было. Только во второй не было. Просто... Главное понять, как оно действует по такому же, в принципе, признаку, принципу, и держите цель прям вот точно, прицел точно на цели держите. 5, 4, 3. Так, есть щит, хорошо, поехали. Тут сразу нас встречают, щит поглощает уже половину урона, это хорошо, вижу красавчика. Надо... Вообще зря они сюда идут. Как по мне. Я прохожу сразу к точке, потому что моя задача... Ой, блин, турелька. Так, давай-ка аптечку. И смотрите, как она быстро восстанавливает ХП без ангела. То есть поле регенерирует само по себе. Я сейчас буду ждать и держать врагов, пытаться как-то. Но главное, что я уже стянул. Так, щит разогрели, фару убили. Это плохо, конечно, потому что щит спал. Щит спал, а этот товарищ наносит на ближней дистанции больше урона. Надо было сразу от него отступать, потому что рейндж у Зари, ну, эффективный рейндж, больше, чем у Рипера. Ему вот отсюда вот можно уже работать, до колонны. То есть надо было просто держать дистанцию, чтобы он не подходил, и все. Так, ну поехали, поехали. Кидаю щиты, он немножко так поглотил, чутка совсем. Ой, красавчик еще бьет. Ну все, первую точку захватил. Ну такое часто бывает на Вольске, на самом деле. Особенно, когда противники начинают сразу же
агрессивничать и выходить вон к вам туда. Поэтому я и люблю на пофиг, если есть возможность пробежать к точке, потому что тогда рушится их строй, тогда они не понимают, кто-то возвращается на точку, кто-то остается там, в любом случае повышается вероятность, что кто-то из них сдохнет. Хреновый щит я кинул. Кидаю на Винстона. На свой щит не хватает. Да. Ну, он еще ультанул на меня, хотя ХП не оставалось. Это зря, конечно, сделал. Сейчас наши добегут, понимаете? Вообще, Рипер... О, резуректик! Ой, вот это плохо. Ну, плохо, что я изнул щит, видя причем, что... Так, давайте АОЕ тут поработаем лучше. А, нет, там турет. Там ультует робот. Ой, в смысле, этот гном. Но мы вроде точку берем. ГГ. Поэтому я и в самом начале говорил, что там даже если три танка будет, неплохо. У нас сейчас три танка, фактически. Это Уинстон, Райнхард и Заря. И это позволило спокойно зайти на первую точку и продолжить наступление дальше. Потому что противники как бы... Ну, не сумели оборону должным образом расставить. Здесь нафейлили. Давайте Фаркума пригласим. Так, окей. Сейчас будет попроще. Потому что будут уже возможности делать связки. Так или иначе. Я от скайпа благополучно отказываюсь, потому что заметил, что если я начинаю вести диалог, то... А не монолог, то я быстрее замолкаю. А мне есть что сказать. Так, мы играем за атаку. За атаку. Трейсерка, Ханзо, солдат, саппорта пока не завезли. Саппорт здесь хороший в атаке. Ну, тут все, кроме, наверное, симметрии хорошо зайдет. Как же брать-то здесь? На атаке. Давайте Зарею еще разок. Мне нравится. Вместе мы сила. Орион 589 пишет: привет, Мишка, чатик, привет, и с праздником, Бобрята. С праздником, да, сегодня на удивление обнаружил, что сегодня праздник. Первый сигнал был, когда кто-то у нас в школу не пошел из-за праздника. А второй сигнал был, когда я позвонил по работе и выяснил, человека на мобильник, и выяснил, что как бы сегодня они не работают. Но тем не менее, звонок был не зря. Так что действительно, сегодня день народного единства, насколько я понимаю. 4 ноября. По какому поводу, правда, я не изучал историю. Это точно праздник новый. Ну, в смысле, он заменял какой-то из советских праздников, типа солидарности трудящихся или что-то в этом роде. Ну, насколько я помню. Но в чатике напишут, там знатоки такие, что все раскопают, прогуглят из Википедии, вставят, и будет профи. Но я уже в который раз заметил, что Good Game настолько хорош, что тебе пофиг, когда работать. То есть праздники, там суббота, воскресенье, это не принципиально. Если нравится то, чем занимаешься, то, в общем-то, особенно если асоциален, если на работу не ходишь, все хорошо. А, что, мини на Пожарский? Что там? А, это по поводу освобождения Москвы, да? Это польская интервенция, или я ошибаюсь? Я не помню, на самом деле. Атака начнется через 30. Этот период истории, как в принципе, и многие другие, потому что очень давно учил. Не забудьте размяться. Ну, кажется, там что-то было связано с... уже Дмитрием, наверное, каким-то очередным. И народным движением, которое освобождало Москву от польских захватчиков. Миша, если посадить двух бастионов спина к спине в разложенном режиме, оборон норм будет? Ну, до первой фары сверху. Или до первой трейсерки, которая мины убьет обоих. Ой, как я шапчу, как шапчу хреново-то, а?
Да не, действительно хреново. Я зашел, сейчас попробую. Вот солдата. Наши просто далеко, я не хочу сейчас лезть, потому что вижу, что... Ну, вроде там кого-то убили, щит кинули, прорываемся. Так, Фархим у нас солдат, на него надо периодически накидывать щит, он достаточно эффективный товарищ. Блин. Ой, зачем я так... Куда там снайпер прыгнул? Я офигею, дорогая редакция. Вообще они оборзели, эти снайперы. Только я не попадаю, видите? И эти тоже молодцы. Давай ультанем. Ай да я, ай да я. Видели? Вообще, на момент может попасть. Очень хорошая ульта. Задела не двоих, а даже троих. Много урона. Очень классно получилось. И разогрев, и щит вовремя. В общем, все хорошо. Кто в прицеле? Я не понял. Едем дальше. Воу-воу-воу. Смета полегче. Там и турелька стоит. Главное не расслабляться сейчас. Опять тут симметра. Вот что она здесь делает? Во-первых, у нас ульта. Ульта идет. Во-вторых, я кидаю щит на Фархима. Врываемся вперед. Я полностью разогрет. Уже на точке. Надо ультануть хорошенечко будет. Ну, только как подтянутся другие. Огонь по готовности вообще плевать. Полный разогрев. Вот сейчас можно, можно ультануть. Блин! Не хватило жиру, бобру. Огонь по готовности. Не хватило жиру. Надо было чуть раньше ультовать. Аки боженька, говорит. Что за нубасы? Тут все нубасы, в общем-то. Один ты чемпион, без бетки сидишь. Ну что же вы так это самое? Тут все играют, точнее есть, я слышал, игроки, и встречал даже периодически вообще чемпионы, которые просто унижают себя. Просто унижают. Но в остальном, в общем-то, все убиваемы. Ненавижу этого снайпера, он... Ой, ловушек сколько! Сюда надо сплэшем закинуть будет, если я выживу, а я не выживу. Капец, там столько сентрей. Там туретка стоит и сентрики стоят. Ладно, у нас времени с огромным запасом. С колоссальным запасом. Первую точку взяли молниеносно, вторую практически сразу тоже взяли. Причем она на третьей уже наверху, видите, захвачена. То есть надо постоять еще два раза постолько же и будет счастье. Единственное, что пока никого нет тут поблизости. Поэтому надо искать. А, ну сейчас пытаются туретку убрать. О, хорошо. Пошла ульта, сейчас будем... Полный разогрев уже, полный, но нет ХП. А, нет ХП, потому что солдат со спины ультовал. Вы у меня в прицеле. А это, вы знаете, урон серьезный. Да и ульта сразу же, Люсио с палом. Плохо. Ульта, скоро будет ульта. Не надо так сильно ломиться. Нужно все-таки аккуратнее чередовать разогрев щиты с отступлением. Потому что кулдаун у этих способностей, к сожалению, там около 10 секунд. То есть пауза достаточно ощутимая. Лучше понаполучать немножко, так чутка. О, ультует Макри. Да, ультанул отлично. Опять симметра тут справа. Солдат лечится. Да, жесть. Ну, с одной стороны, есть ультимейт. Разогрев по нулям.
сейчас мне немножко солдат, я думаю, поможет. Да и Симметра тоже, ну, уже поздновато. Да, Симметра опасна. Если особенно мажешь, у нее дэмэдж очень серьезный. Он возрастает, как у грелки, в три фазы идет. Поэтому ее не стоит недооценивать. Так, Макри юзает суперспособность. Фархим берет макаку. Очень правильное действие. Сейчас буду на него после прыжка сразу кидать щит. И это должно помочь. Я готов. Герин, окей, Герин, так Герин. Фархим, блин, здесь. Убери аптечку. Блин, я не увижу его. Куда кидать? Кидаю щит. Давай, кидаю ульту. Не поддержали опять. Ну, то есть, во-первых, я попал на перезарядку, что большой косяк. И успел сделать только два выстрела. Но, с другой стороны, точку захватывают. Захватили нас следующую треть. Осталось совсем чуть-чуть. Чутка совсем. Люсио поддерживает скоростью. Сейчас быстро добежим до точки. Там... Надо подождать остальных. Три трупа впереди. На самом деле можно поперестреливаться, просто чтобы обменять... Да, видите, щит... Ой, чуть не обменял себя полностью. Погоди, погоди, сейчас я аптечку возьму сначала. Ой, этот аптечки-то нет. Блин, вот я у Васи. Они уже врываются, а меня нет, это косяк. Ошибся я, пацаны, ошибся. А, не, меня ждали. Давай, Фархим, давай, работаем. Кидаю на Фархима. Ой-ой-ой, какая беда. 2 секунды, когда... Нет, хпшечка! Да твою ж налево! И добежал до аптечки. Там тоже разогрев был неплохой. И надо взять за привычку не это самое, не стрелять в щит Зари. То есть, когда Заря воюет против Зарин, да просто пережить эти 2 секунды щита, чтобы потом не расхлебывать последствия повышенного дамага. И если получится, то как бы он-то пусть стреляет в щит. Пофиг абсолютно. Бэшечку. Бэшечку штурмуем, штурмуем, штурмуем Бэшечку. На все мертвые уже. Вот это косяк, конечно. Это просто косяк. Меньше 2 минут осталось. Сейчас немножко разогрелся. Ой, Фархим полез, блин. А, он полез с тыла. Мы спалились сейчас только что. Не на того кинул щит. Ой, здесь нельзя опять. Ну, вроде жив, но лучше так. О, хорошо, ультанул! Кидаю ешечку, врываемся, пацаны, ультую, я ультую. Стреляю под разогревом, убиваю одного, но там щит убило, фара ультой, второго, отлично, сейчас захватим. Там минус 3-4 точно со стороны врагов есть, надо трейсерку брать и быстро бежать. Ой, наши все мертвые. Ой, проблемы. Ой, проблема, ой, проблема. Ой, не успеем, ой, не успеем. Ой, зря я взял трейсерку, вы знаете... Ультует Фархим. Блин, снайпер еще сверху. Поим налево. Что делать? Давай Винстона возьмем, чтобы танки побыстрее. Есть еще 25 секунд, могу добежать. Блин, капец, 13 не успеем. Ну хотя там доп время будет еще. 8, 7, 6, 5. Прыгаем. Прыгнул, блин, все. Блин, а так хорошо шли, а. Так хорошо шли. Времени действительно было с запасом, но раз за разом мы атаковали и мимо.
Эту редко тут тоже молодец. Огонь по готовности. Да, вот здесь вот ловушки, здесь туретка. Отличный момент. Команда врагов в топе. Хорошо, бывает, ничего страшного. Зато немножко, ну чуть-чуть лучше побегали за Зарю, чем раньше. Да и вам, наверное, кто особенно первые стримы не видел, попонятнее, что из себя представляет этот герой. Сейчас предлагаю переключиться на другого. Посмотрим, что это будет, защита или атака. И исходя из этого, высказывайте, кого вы хотите увидеть в чатике. И желательно какой-то, ну, какой-то ответ на почему, на вопрос, почему именно этот герой. Приготовьтесь к обороне. Та же самая карта, только оборона. Фархим берет снайпера. Я бы Ханзо взял, на самом деле. Объясню почему. Во-первых, можно в паре работать со снайпером. Я буду подсвечивать в те моменты, когда инфразрение ультовское не будет у него работать. Во-вторых, здесь ульта его хорошо заходит. Ну и ауешные стрелки тоже, особенно на второй точке, хорошо заходят. Вы что хотите? Go, Ханзо. Гном. Люцио погромче музыку. Но Люцио в защите, он, на мой взгляд, не такой клевый, как та же самая Симметра. У Люцио какой бонус? Он может чередовать. Он, короче, лучше смотрится как саппорт в атаке, потому что помогает быстрее добежать до точки за счет альтернативного саундтрека. То есть он не просто лечит, но может еще и мобильность увеличивать. А нафига увеличивать мобильность, если вы стоите на точке Б и защищаетесь? Какой смысл? Не понимаю. Так, у нас есть Симметра. Я пойду сейчас попробую выключить у нее бонусные ХП. Блин, они все впереди. Вот это такой фейл. Так, фара впереди. И жнец. Ну ладно. А где Симметра-то? Слева, кажется, она тут оборону строит. Или просто не прибежала еще. Привет. Привет, подруга. Подруга! Блин. Ладно, разведка пошла. Позиция хреновая. Ой, они справа обходят уже. Похожим. Там фара, что ли, или... Так, давайте-ка повыше заберусь. Не нравится мне все это. Ой, не нравится. Блин, как будто фара стреляет сверху. Капец, снайпер. Справа снайпер. Причем только один выстрел у него был. И в голову. Да, беда. Начало, конечно, коту под хвост. О, у нас будет перерыв на 10 минут после этой игры. Потому что приехала еда. А я сегодня кроме доширака ничего не ел. Нормальная доширака, там такая продвинутая лапша. Нашу точку захватывают. Не дайте им захватить объект. Ну, молодец. Блин, ну конечно, сейчас я... Попал разок, но... О, второй раз его ее кто-то убил. Попробую хилку взять. Потому что вообще ни жив, ни мертв. Примите оборону. Мы должны отразить нападение. Дальше к точке возвращаюсь. Тут еще Уинстон. Ёшки-матрешки, какой трэш, а? Не надо было от него уходить, надо было перепрыгивать и на стенку лезть. Да, вот на первую точку надо было брать туретку, потому что я позицию как таковую не занял. А вот на второй уже будет Ханзо. Объект потерян. Новая позиция обороны. Они уже здесь, ё-моё. Так, разведку делаем. Поставил Уинстон. Да где там фара стреляет-то постоянно? Так, есть ульта.
Да твою ж налево, пока выцеливал. Очень плохо, очень плохо. Пока выцеливал, пропустил вот эту вот последнюю ракету шальную. Ой, слева еще этот. Давай ультанем, ладно, пофиг. Конечно, вовремя ультанул. Красавчик. Снайпер. Блин. Ну я уже ничего не мог делать. Я только подпрыгнул и все в тот момент, когда стало понятно, что снайпер. Ее, правда, тоже сняли. Все повторяю. Твой у меня в прицеле. Так, солдат ультует. Солдат не наш. Он идет. Тут Винсент. Давай-ка вот так вот сделаем. Да, это трэш просто. Просто трэш. Не держу я удар здесь. Так, давай возьмем нормального героя под защиту именно на этой карте. Может, еще не поздно изменить ситуацию. У нас есть красавчик с одной стороны, но не доверяю я этим модным. Понятно. Не успеем, да, уже? Не успеем. Ливень возмездия. Не успели. Так, пацаны, если кто-то придет и будет спрашивать меня, скажите, что я пошел обедать. Вернусь ориентировочно через 5-6 минут. Да-да, плохо жевать вредно. Скоро вернусь.
Ну что, я уложился? Всем добрый вечер. Особенно Костелу, который присоединился, видимо, после начала паузы. Опять эта карта. Стычка. Ой, ловушка снайпера тут сработала. А не хил, она отнимает. Она отнимает 75. Не так уж и много. Ой, не так уж и мало. Понятно, что... А вон она. Понятно, что урон наносит постепенно. Это бомба для тебя. Ой. И, соответственно, противник может умереть уже после того, как вас убьет. Но, тем не менее, неплохо. Вообще, задача этой бомбы главным образом... Главным образом сигнальные. Хорошо, две гранаты. И труп. Прыгай! Да, прыгнул, молодец. Здесь прикольный момент был с Зарей, конечно. Фархим разложился. Вот там Заря справа. Я подойду поближе, наверное. Смотри, какая штука. Там солдат лечится. Ой, фара стреляет. Ай. Солдат такой что-то точный. Поехал, Фархим. Настрелял и поехал. Там Зари. Сплошные. Ой, а чё ещё я не добил-то? Не добил-то несчастного снайпера в ловушке. Вообще, мог 100 раз его убить уже. Вариант, принято. Опять за халявщика играешь. Да нет, сейчас просто стычка, еще игра не началась. А во время игры выберем уже какого-то, возможно, другого героя. Пользователь подчеркивание НН подчеркивание активировал премиум на ваш канал. Неон, спасибо за активацию премиум. Не слишком громко или не слишком тихо? Ой, все. Солдат ультанул, называется. Тихо. Заводим. Жук. Мансил как мог. Мансил как мог. Ну а тут вот так вот, да? Бывает. Самый раз со звуком. Это очень хорошо. Да ладно, заряд, а чего? Прекращай, ну. Огонь по готовности. Нет, только не огонь, только не готовность. Беда. Как-то нечестно, когда я брал прем, меня никто не озвучивал. Но эту фичу не так давно ввели, поэтому... Очень долго ищется почему-то. Ну, видимо, из-за пати уже. Видимо, из-за того, что мы вдвоем ищем. Потому что соло ищется только так, игры. Ай. Без меня убили. Это
Это бомба для тебя. Справа выходит все. Судя по всему. Такой он псих. По озвучке. Тебе понравится. Палевная такая мина, но ничего страшного. Внутрь, к сожалению, не зайти никак. Но можно пострелять внутрь, на самом деле. Да ё-моё, надо выключить вебмани. Нашли игру, кстати. Вы прибываете в бюро Вольской. Вольской. За атаку будем играть. Кого выбрать за атаку, пацаны? Кого выбрать за атаку? Какие у вас есть пожелания, предпочтения? Зарею я не хочу брать уже. Можно взять, например, Дзиньяту с Фархимом, чтобы по цели работать. Плюс на нем всегда хилка будет. Можно взять Ангела, учитывая то, что есть еще два... Давайте за Ангела сыграем. Симпатяшка такая. Жнец, Макри, Трейсер. Нет, давайте тогда из вашего выбора. Хрюна или Жнец? Ну, давайте Жнеца тогда. Правда, я не умею им играть, но им вроде... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Идеальная дистанция... Когда разброс. Ну, по крупным целям можно вот с такого расстояния долбить. И тогда вот так попадать будешь большую часть. А по мелким надо вообще вплотную работать. Не забываем про телепорт. Не забываем про shift. Не забываем про перезарядку после 8 выстрелов. Так, и... Вообще, турельки моя первичная цель, конечно же. Турельки самая, наверное, важная цель. Потому что они точно будут в том или ином виде. То есть вероятность сверхвысокая. Вот вопрос только... Я сразу тпшусь, чтобы... Начало положено. Ой, там туретку ставит товарищ, да? Или показалось? Нет, там красавчик. Ну, красавчика, ладно, убили тоже. Точку захватывают уже, пацаны. Все на точке. Офигеть. Я пойду сразу на Б тогда. Тем более, видите, они бобры идут в атаку. А я сразу сейчас буду захватывать следующую точку. Ой, опасно! Да надо было ТП делать, дебил. Ой, извините, извините. Слишком палевно я зашел. А так бы сейчас я оказался на точке, там такой бы хаос пошел бы. Ой. Надо было на второй этаж телепортироваться и все. Какие проблемы? Дыхание смерти. Там наших мочат. Хотя борьба на точке идет. Так, ульта, вижу снайпером. Прохожу на второй этаж. Ну, потому что снайпер, блин. А, там туретка. Ой, все. Да, да, да. Там два с одной стороны, два с другой. Я аркадить начал зря. Почему у тебя красный меч возле ника? Потому что я вроде как модератором еще являюсь. Отличный ТП, я считаю. Снайпера вижу. Надо вообще с той стороны обходить. Так я ближе смогу подобраться, будучи незамеченным. Хотя тут фара тоже.
Так что мы оба будем незамечены с ней. Солдат ультует. Ох ты ж ёжик! Почему я shift не зажал? Тут и солдат с ультой, и заря с ультой. А я shift не нажал. Вот я, Васин. Телепортируюсь. Очень-очень это помогло, как вы видите. Так, я попробую телепортироваться куда-нибудь туда. Зайти таким образом внутрь. Надо попытаться уйти, а потом ультануть. Да, отлично. Так, ульта. Михаил, надо оказаться в гуще событий, оказаться там, где можно хорошо ультануть. Нужна мадам, которая телепорт поставит. Да, Симметра, она... Ну, ей особо кроме телепорта здесь делать нечем. То есть ловушки тут. Нет хороших мест, куда можно поставить. Ладно, я телепортируюсь. О, хорошо, вот здесь вот. Твою налево, как так вообще произошло? Я вот не понял. Просто гранаты, просто огромное количество гранат, закинутые в эту точку. Но я ультанул, кого-то даже убил, но мало, конечно. Только у меня рассинхрон, спрашивают. Уже кто-то жаловался на рассинхрон. Идеальная ульта. Да. Герои не умирают. Так, резурект. Там точку захватывает. А я что-то пытаюсь... Там 4 человека впереди. Я пытаюсь найти, с какого бы мне краю подступиться, понимаете? Кто посмел? Я ухожу в тень. ГГшечка. Good game. Вот геймеры. Лучший игрок матча. Да, хреново сыграл Жнецов. Very good cowboy. Very good cowboy. Причем он о себе говорит. Thank you very much. Никто его не заплясовал, кроме него самого. Да. Ну, весьма посредственный жнец, смотрите, по всем параметрам средний. Very good, cowboy. Very good. Но зато настроение у чувака хорошее, видите как. Приготовьтесь к обороне. Оборона. Кого же взять? Туретка есть, танк есть, саппорта нет пока. И еще один танк, и саппорт вроде неплохой. Давайте Дзиньяту возьму, на фархимахилку, и буду рядом держаться, буду дебаф кидать на цель, который он будет цеплять, потому что там гарантированно он наносит урон по этой цели после хука. И можно... значительно ускорить смерть врага. Мадам с телепортом хорошо зайдет. Здесь-то да. Особенно мне там со 150 до 200 хпшечки, если накинет, вообще цены и не будет. Сейчас надо терять... Блин. Накинь. Мир вам. Давай. Мир вам. Короче, я буду мозолить глаза ей. 30 секунд. Смотри, я какой. Ой, спасибо.
Спасибо. Так, ориентировочная хилка. Вообще хилку лучше на зарю кидать, если честно. Дзиньята как ДД один из лучших, лучше солдат и Макри. А сколько он с плюхи наносит с одного выстрела? Такой вопрос знатокам. Тейлор. Что у меня сомнения есть по этому поводу. Ну сейчас умирает сразу же у нас кто-то там впереди, кто-то пошел в бой. Добро. Ешку, сначала Ешку надо ставить. Справа солдат. Нет, нет. Подставили меня. Там трейсерка, судя по всему. Как он цепанул вообще? Вы видели, как цепанул? С плюхи 45, прокачанные 120. В смысле, как 45? Не 50 ли разве? Кто-то говорит, что 70. Но 45 это вообще странный урон. Стандартный урон 50, это базовый урон. Что-то я не понял. Или ты приблизительно, ты не точно знаешь. Если не точно знаешь, так и скажи. Да твою ж налево. Короче, мне нужно держаться за пацанами. У нас тут два танка, а почему-то хуки кидают в меня. Цикл начинается снова. Ну, зато спокойно можно долететь. Главное, видите, как он спокойно свел руки, пальцем. Доблесть врага не оставлю. Вы у меня в прицеле. Это солдат, это вражеский солдат. Сверху стреляет, я его вижу. Объект не должен попасть в руки врага. Да, но только вот чтобы не попадать. Воу-воу-воу. Да как ты постоянно-то здесь оказываешься? Какой-то... А, он забирался на... Понятно. Все. Защитили. Защитили объект А. Теперь надо также защитить объект Б. Или даже лучше. Нет, Дзиньята что-то определенно не мой герой. Там трейсерка уже на респе у нас. Пользователь Тамерлан активировал премиум на ваш канал. Тамерлан, хорош. Спасибо тебе. Блин, я не подлечил. Какая-то дикая эта дура, трейсерка. А, это... Ё-моё, нет. Пацаны, все, я беру красавчика и отбиваемся на красоте последние 7 минут. Сейчас 7 минут, отобьемся. Если сейчас не проиграем, то отобьемся. Да хорош ты меня уже задрал! Интересно, сколько у него там процентов по хукам. Вообще. Причем он делает выстрел и удар. Видно, что это по дэмэджу очень классно заходит. То есть не нужна перезарядка никакая. Спасибо, да. Трейсерка справа, танки идут. Фара сверху. Блин, так стрёмно, конечно, когда фара сверху. Ой-ой-ой-ой-ой! Да иди ты нафиг, ну блин! Ох уж этот турбосвин, а. Ох уж он не промахивается вообще хуками. И видите, как
четко делает. Выстрел и удар хуком. Выстрел и удар хуком. Трейсерка здесь рядом тоже. Вижу. Дурочка. Так, у нас есть бастион. Вижу фару сверху. Нет, не долечу. Долетел. Изи. Заря справа. Есть ульта, может ультануть сейчас. Да, не вовремя было бы. Да, иди нафиг. Да, туда я забираться больше не буду. Не буду. Слушайте, а люди так тут уже за эти дни-то поднаторели. Щит заря правильно кидает на него сразу перед тем, как зайти. Ой, бомбы, сейчас убьют бастионы. Откатывайся, откатывайся, ешкой. Так, ладно, я ультану лучше. На-на! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, какой фейл! Кажется, из-за угла сплэша не было. Фара сверху. Опять он с этими... О, фару, кстати, убили. Заря заходит. Да хватит, ну. Да какая готовность? Я не готов. Блин. Спамил туда, спамил. Она настояла там с аптечкой. И выходит вся такая разогретая и еще здоровая. Я в шоке. Как так получилось, непонятно. О, промазал. Ну, бас. Ой, там пара-па-па-па-па-па. Ой, какая здесь классная озвучка. Прям ты чувствуешь, что сейчас умрешь из-за вот этого вдоха. Просто. Просто-напросто. Злой. Злой, товарищ. 2 минуты 30 секунд. Продержаться. Как так-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там два снайпера, что ли? Ой. Турбосвин. А, наш турбосвин. Зарю вижу. Фара. Фара полетела наверх. Кажется, справа обходить заря будет. Надо было ей закинуть, конечно. И там еще фара живая. Как так-то? Я вижу, что есть ультимейт, но... Что-то сомневаюсь в успехе. Хотя вот сейчас можно ее знуть. Блин. Кто бы знал, кто бы знал. Оп, парам-парам-пам. Снайпер. Ладно, спамим, продолжаем. Минута 20 остается. Она дважды... Да, два раза попала из трех выстрелов. Телепорт, молодец. Ой, я разрушил. Наверное, я единственный, кто телепортом пользуюсь. Потому что я уже заходил в него раза, наверное, 3-4. Ой, там ультует Макри. Да брось, 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 брось. Заря, заря. Ну прекращай. Ну реально, ну... Ну к чему это все? К чему эти... Опять снайпер стреляет. Макри чужой.
Блин, да как так-то опять снайпер? Она там стоит и... И мочит. Ой, там турбосвин ультует. Очень много народу. Есть ульта, самое время юзнуть. Причем сверху надо сделать, чтобы меня так просто не убили. А тут никого. Почти попал. Ну, ребят, это просто было, слишком просто. Хорошо, что я переключился с Деньяты на красавчика. Он, конечно, больше пользы принес тебе. Сицилия. Зафару. Заходит, взлетает, ультует. Да, еще солдата добить. Красота. Просто красота. Великолепный момент. Команда затащила. Так, да, я не отрицаю. Фархим ливает. Так, Тамерлан у нас и Неон активировали прем. Сегодня трансляция так же, как в прошлый раз, в двух частях. Сейчас поиграем немножко в Overwatch. Еще получается 1:10. Свободно поиграем. 1:4 Дзиньяты, смотрите. Меткость 0. 0, Карл. 0. Это рекорд. Это мой личный рекорд новый. ФФА начнется в 10 часов вечера по Москве. Варин говорит, инф. Ну, давай, конечно. Варин, если кто не в курсе, это, насколько я понимаю, главный организатор Restail. Лиги по StarCraft. О, Хавку, привет. Я в Китай прошел, будет награда, говорит, спрашивает Хавку Рины, Катерины. Рина, Катерина. Что за награда? Вы прибываете в храм Анубиса. Ну, не наше это дело, конечно, но Хавка что-то публично задает такие вопросы. Может быть, это и наше дело. Оборона, давайте другого какого-нибудь. Табьорна можно взять, например, или Бастиона взять, или Ханзоу взять. Кого вы хотите? Табьорна давно, на самом деле, не было. Странно, что игра не вылетела с делением на ноль. Близы предусмотрели майкера. А что там делить-то? Там умножать же надо. Ну, хотя, ну фиг знает. Ханзо, говорят, Ханзо. Ну, давайте Ханзо. Меня разок на этой карте честь прокатили за Ханзо. Поэтому я готов прокатиться еще раз. Метка дракона. А он на эту стену, интересно, слишком высоко, кажется. А нет, нифига себе, он дикий. Ну что, кемперим помаленечку. Стрельба идет. Эй! Вы прибываете на Кингс Роуд. Окей. Сейчас посмотрим. Оборона, да? Давайте снова возьмем Ханзо. Хотя здесь я бы зазарил. Ну ладно, неважно. Беру Ханзо. Какая трешовая команда у нас на оборону набирается уже. Так, турелька, хорошо. Солдат, Макри и Ханзо. Это уже должно настораживать. Квариан берет танка. Мне кажется, не совсем того танка. Хотя можно и с ним, в общем-то, учитывая Бастиону. Hello, guys. Привет всем. Are you from Russia? Russia? Привет, комрад. Водка. Не удалось сбросить в voice chat, к сожалению. Не подхватили, к сожалению. Но хоть пек соберу в чатике. Я вижу глазами дракона. Пора действовать.
Я специально попытался, чтобы акцент еще такой был, знаете, хороший прям. Не are you from Russia, а are you from Russia, комрад? Но не удалось. Ой, Варя идет отдаваться, судя по всему. Я не хочу так вот себя вести. Не хочу лезть вперед, Ханзо, понимаете? Я хочу забыться и заснуть, знаете? Ё-моё, капец. Куда бы залезть, на какую стену-то, а? Спасибо, снайпер. Молодец. Эй, спокойнее, солдат. Кнаклс поставил фейспалм. Слушай, мне и без фейспалма, в общем-то, тошно. Я рассчитывал на определенную реакцию, а так вот получилось. И ты мне еще фейспалм. Вот от них я как бы... Ну, от тебя я никак не ожидал. Вроде нормально общались. Так, а можно, пожалуйста, снять? Блин, заряд просто выходит через главный вход, понимаете? Ей пофиг, что там стоит Макри, она на полном разогреве вообще отлично себя чувствует. Жесть. Временные трудности. Фогич обещал фа катнуть. Примешь, боже, на одну катку. Вообще изи. Главное, чтобы нам не пришлось его ждать долго. А так-то я всегда за... Я вижу... Да, я понял. Сейчас, а можно ультануть, а? Сейчас я могу в тыл зайти. И ультануть туда. Ну, сейчас палевно. АОЕ кинул, но фигня вышла. Да, хорош. Видите, он жрх, так прошла стрела. Надо под ноги кидать ешку. Под ноги ему. Чтобы... Ну, или перед ним немножко. Снова рассинхрон, говорит не он. Ну, я отписал. Благополучно в конференцию по техподдержке. Мы, кстати, сейчас... Ой, резурек. Да. Ой, все. Огонь по готовности. Да хорош. Нет. Нас сейчас просто разуплотнят. Огонь по готовности. Вот мне достаточно сложно играть за персонажей, у которых большая надежда на точность, понимаете? За Зарю, за Уинстона, за какого-нибудь саппортика, которому особо атаковать не надо, с автоэймом, это пожалуйста. А вот по поводу точности мне не хватает. Блин, видите что? Не попадаю, попадаю, если то случайно. Я вижу глазами дракона. Выходи, давай, выходи, я знаю, что ты там. Да, видите, как меня прошибает. Надо, наверное, ультануть. Как они соберутся. Там снайпер, я вижу тебя. Попал. Попал. Еще лук такой, он весьма специфичный. Снайпера вижу. Да, он меня тоже видел. Так, они подходят. Там их как минимум 3 человека. Бастион еще от врага. А, нет, это наш. Это наш бастион. Надо выходить 6 минут. Это такой трэш. Знаете, такой просто трэшачок. Вообще можно попробовать ультануть из-за... Больно не будет. Ой, вот так давай. Ну я отстрельнул разок, сделал уешку, но что-то бестолку вообще все. Видите, попал даже что-то. Ну, в общем, всем все пофиг. Привет, Маздай, привет. Миша, скип просмотреть невозможно, строю сервер впервые
Попробовал Twitch, не мог я. Ну, Twitch-то да, Twitch там поближе серваки есть. У нас на самом деле с серваки-то по России главным образом. Россия, СНГ. И ориентир на такую же аудиторию. Потому что большинство пользователей именно оттуда. Сейчас расплачу. Ой, нет! Я смогло залететь. Так, обезьянка заходит. Ой, вот это плохо. Ой, там хорошо. Закинул ешкой, но никто не умер. Ой, такая беда, такая беда. Что же делать? Ну, я не буду менять персонажа, потому что, по крайней мере, у меня ульта еще может накопиться до конца. Это... А может, и не накопится. Да-да. Варя, ну что стоишь? Иди отдавайся. Все, проиграем сейчас. Выхожу. Все, ГГшечка. Шикленство. Почему так плохо рельсуют? Почему так плохо рельсуют тренить кваки? Почему плохо? Неплохо тренить кваки. Трень. Лучший игрок матча. В общем-то... Грустненько. Вставил. Больно не будет. А, или ты имел в виду, почему я так рельсу плохо в кваке тренил? Рельса не имеет ничего общего с выстрелом лучника, просто потому что у него снаряд летит не моментально. Если сравнивать с рельсой, ну, надо брать либо макри, либо снайпера, у которых механика выстрела абсолютно другая. Его снаряд летит молниеносно. А у лучника как раз нужно стрелять на опережение, не так, как у рельсы. Там, конечно, были ситуации, что нужно вроде как на чуть-чуть вперед стрелять. Ну, на в сторону движения противника, но... Но нет. Сильвер Кроу там с Хавком общается, угрожает, а скрин твоего подката сохранил, будет компромат. 19% меткость, говорит Элдрих. У лучника, ну, во-первых, это чуть выше, чем среднее значение, но как бы все равно хреново, конечно. Давайте возьмем Зарю. У лучника часто нужно стрелять просто вот там, где еще нет врагов, особенно на дальней дистанции, потому что они, к тому моменту, когда они появятся и мелькнут в этом разрезе, ты не успеешь, то есть ты выстрелить успеешь, но стрела не успеет долететь до туда, поэтому за Ханзо на длинных дистанциях имеет смысл просто спамить стрелы в места, где будут враги, особенно учитывая то, что у него есть shift и, ну, то есть возможность посвечивать какие-то конкретные места и видеть, куда идут враги. С твоей меткостью только из базуки стрелять, но это я и взял как раз, смотри. Заря, конечно, не такая. Какой Варин меня пугает уже в который раз. Приветствую. Так, для тех, кто присоединился, во-первых, добрый вечер, хорошего вам настроения. Сегодня вроде как праздник, и у вас, наверное, только бед поменьше, задач поменьше. Сегодня трансляция в двух частях. Первая постепенно подходит к концу. В 10 часов начнется Warcraft FFA. То есть 3 часа поиграем в Overwatch. И часик 3 тоже поиграем в FFA. А, Рассинхрон дикий, говорит Крышев X. Что же делать-то? Может, кстати, это у меня проблема. А рассинхрон везде и на премии тоже? Захватите объект. Ну я пошел. Вижу симметровские ловушки. Ой. Убил фару. Но с КП беда, сейчас щит восстановится. Разогрев на половинку. 28%. Нельзя стрелять по этой штуке. Надо кого-нибудь накинуть. Накинуть щиток. Полный разогрев.
Не, нельзя сейчас. Надо немножко отступить. Особенно учитывая... Добро. Хорошо, сейчас ворвемся. Там фара сверху стреляет, я в курсе, но... Блин, да что ж ты будешь делать, а? Надо было с руки бить. Забываю я про удар с руки, причем я его перебиндил на среднюю кнопку мыши, для того, чтобы удобнее было не тянуть, не надо было на V. Но врыв был хороший, реально хороший. Там серия смертей, полный ультимейт, бла-бла-бла-бла, все дела. Блин. Тихо. Огонь по готовности. Вот она зря так сделана, на самом деле. Ну, потому что ультануть-то ультануло, но... Ну, а толком? Здесь ТП где-то, да? Отлично. Точку А захвати... А, нет, еще не захватили. Можно захватить точку А? Спасибо. Фара где-то рядом. Ой. Ой, здесь я зря сражаюсь. Двигаемся, двигаемся потихоньку. Вижу ловушки слева наверху. Две здесь, одна здесь. Надо рядом с грузом быть. Вот в таких ситуациях не стоит вообще бежать вперед. Это такая у меня периодически ошибка возникает тоже. Увлекаюсь, иду вперед. Но первичная эта цель сопровождать груз в конце концов. Поэтому лучше не лезть. Так груз быстрее приедет. Ну и плюс ты усложняешь сам себе задачи, учитывая то, что... Учитывая то, что они резаются быстрее. Фара там ультует. Хорошо. Ой, нет, плохо. Нет, немножко хилочки, хилочки. О, похорошело сразу же. И сразу, как из ниоткуда, 300... Ой, 400 хп. А можно ультануть, ребят? На базу иди, на свою, дура. Там туретку делает под перегревом гном. Ой, блин, беда. Так, а может кто... А я сам же могу ее тоже подэмиджить. Опять же, еще один плюс Зари, в отличие от остальных танков, потому что она кое-как, но умеет работать на рейнже. Там, правда, турелька третьего левела. Это беда, в общем. И вроде как нужно ее долбить дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Огонь по готовности. Слишком рано я щит юзнул. Есть ультимейт. Тихо, пара сверху. Блин, хилка здесь должна быть где-то. Так, вижу снайпера сверху. Блин, с какой же стороны подступиться-то? Везде проблемы. Сопровождаю груз. Давай ультанем. Да, там тоже ульта от фары не очень удачно получилась. Ну, я отнял какое-то количество жизней, но не успел выстрелить еще пару раз. Хотя мог выстрелить пару раз. Бой еще не окончен. Так, хорошо. Подзастряли мы на предпоследнем чекпоинте. Он не самый, как бы, сложный еще. Доставьте груз, фар. Не знаю, там туретка жива, не жива.
Но наши пацаны тут скорее мертвы, чем живы. Я тебя прикрою. Нет, рядом стоит еще. Наша главная цель – переместить груз. Бастион еще раскладывается здесь. И ультует гном. Блин, жесть какая. Снайпер еще сверху. Я попытался позакидывать, но сейчас, кажется, меня позакидывают, да. Да, минута, пацаны. Минута. Они значительно лучше, чем первую точку начали оборонять, вторую. И расскажи, как накапливается ульта. Ульта накапливается, исходя из того урона, который ты нанес, исходя из того урона, который ты поглотил. Собственно, товарищ снайпер ульту получает только за счет, получается, своих выстрелов. Потому что, ну или трейсер какая-нибудь. Хотя у нее несколько другая механика. Блин, что за жесть, а? Взял щит сейчас Райнхард. Сверху пара стреляет. Так, ну не есть ультимейт, но... Но я его не юзнул. К сожалению. Проиграли, пацаны. Очень резво ворвались. Очень резво, очень хорошо. Но на каком-то моменте, то ли из-за турели, то ли из-за зари, то ли... Подчеркивание, Стрит поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Как тот актер, который, оробев, теряет нить давно знакомой роли. Как тот безумец, что, впадая в гнев, в избытке сил теряет силу воли. Так я молчу. Не зная, что сказать, не от того, что сердце охладело, нет. На мои уста кладет печать, моя любовь, которой нет предела. Почему-то не дочитала Яндекс.Тетя окончание стихотворения, но... Кругосте... Я, правда, не знаю, чье это. Неплохо вы, мы вас, говорит Рус Энджел. Да, вы вообще молодцы. Я думал, Микер по памяти читает. Нет, я даже не знаю, кто автор. Яндекс.Бот читает с выражением. Ну, более-менее, на точки, на запятые она реагирует. Шекспир же. Окей, хорошо. Приготовьтесь атаковать. Атака. Атака, давайте кого-нибудь новенького выберем, за кого сегодня не играли. Не было сегодня солдата, трейсера, не было снайпера, но я боюсь за нее играть. Не было Райнхарта, он, кстати, здесь очень хорош, можно его рассмотреть в качестве, я согласен. Хотя нет, я сначала уберу, вдруг кто-то очень хочет за танк сыграть. И там уже определимся. Трейсер, Ханзо, под вопросом был Жнец, сейчас отмена идет. Фара. Да, танка нет. Ну ладно, я беру Райнхарта. Выходи и сразись со мной. Приветствую. Я готов. Возьми с собой поиграть, говорит Пост. Пост, ну, во-первых, мы тут с Варином, а во-вторых, если добавлять пацанов, практика показала, что... Поиск идет очень долго. На троих мы нашли там только разок игру. И томительное время ожидания. Да и вы, в принципе, можете сами присоединяться к игре. Там присоединяетесь, ждете окончания матча. И есть вероятность, что будете в следующем матче. Так, я буду танковать. Я буду вообще все тяготы судьбы принимать на щит. И часто на лицо. К сожалению, с этим ничего не поделать, такова моя роль.
Но за мной есть ангел, грамотный рипер. Вижу 7 метров впереди. Хорошо бы, конечно, прокинуть туда ешку на... Турель уже. Блин. Там еще справа, сверху бастион. Я думал, разгоню сейчас комнатку, как зайду, и устрою темную, но... Но получил и от Макри, и получил от бастиона, и от турели немножко. Хотя, когда снимал щит, у меня были вроде как полные хп. Раз. Тихо, тихо, дура. Ты чего? Прекращай. Ай! Ну, с одной стороны, убил вроде ее, но подставился под бастион, понимаете? Подставился под бастион. Обнаружена турель. Вражеская турель обезврежена. Продвигаемся. Надеюсь. Да, вроде турели нет. Ай-яй, больно, 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 больно. Поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Пусть так истерзано в тисках тоски и боли, но все ж препятствия круша. Знузда под чаянием слепую клячу воли, скачи во все опоры, скачи, моя душа. Ай, какая ульта. Спасибо Олегу. А, завалили мамонта. Взнуздав. Это, конечно, слово интересное. Взнуздав. Какой приятный голосок. Ну, это Яндекс начитывает. Сегодня только добавил коротенькую статью в раздел «Помощь для стримеров» с описанием этой фичи. Заря, иди сюда! Ай-яй-яй-яй-яй, карамба! Let's go! Да я-то let's, а вы-то не go! Я-то тут по полной программе let's. Только хп-то нет. Да хватит, ну хватит, Заря, ну... Твою ж налево. И такой жнец мимо пробегал просто. Это ж наш жнец пробегал мимо? Да, он просто пробегал мимо. Он тут не разминулись они просто. Вижу вражеский телепорт. Очень медленно мы двигаемся. Очень медленно. Все еще не взята первая точка. И это печально. Но вроде Ханзо наверху. Вариан живой. Я попробую ворваться. Как подчеркивание, Стрит поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Смотрю твои видео на Ютубе. Вот решил зарегистрироваться на Good Game. Ой, это очень правильно, что ты решил зарегистрироваться на Good Game. Я немножко, правда, сейчас занят. Продолжай. Что ты говоришь? А, 100 рублей, круг СТ, да есть же. Сейчас расплачу. Так, стреляет. Да ё-моё, и тут снайпер вышел. Так, пацаны, мы что-то... Что вот это вот такое вообще? Захватывают точку А, захватывают. Нормально. Меньше минуты осталось, но захватывают. Одна минута. Объект А захвачен. Атакуйте объект Б. Ща на Б идем. Какая-то у нас сегодня минутка поэзии. Как будто Гарклаву попал. Или к Адольфу раннему. Ну что, заходим, пацаны? Что-то два трупа впереди. Да, и турель там стоит. Да, это, конечно, проблема. О, хорошо. Заря, ну прекращай. Давай, выходи. Выходи, подруга, давай. Не хочешь? Давай! На, Алена! Жива ведь еще. Так, я попробую с тыла зайти. Хотя мульт особо не работает ни на туретку, ни на что. Здесь.
блин, хпшечка, хпшечка, где же ты, родная? Трак, подчеркивание, стрит, поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Так. Кто до серебряного статуса? Да есть же, добил до орла. Так, я подхилялся, хочу ультануть, хочу очень ультануть, ребят. Ох, а, это сзади, я думал, что простреливает щит, бастион под ультой. Фибоначчи говорит, я тоже пришел на ГГ, после того, как посмотрел вот майкер по уфошечке. Видите, новенький у нас. Он же ничего вообще не помнит. Что там было раньше, на старом гудгейме. Дримхак, наверное, не помнит с братком. Как он молод. Какой перегрев. Ну, ребят, ну, в конце концов, ну, все же люди, ну... За что вы меня так? За что? Ну да, да, да. Я понял тебя. Ютубчик-то работает, говорит аспирант. Да, аспирант сейчас плотно занялся за ютубчик, если вы заметили. Что, бастион? Я не понял. Вариант, что ты хочешь сказать? Майкер стал в чат чаще смотреть. Не, на самом деле, нереально смотреть в чат во время аркады. Ну, в смысле, во время стрельбы нужно целиться, все дела. Но я просто решил взять себе помощь человека. И он теперь за меня играет, а я читаю чат. Я просто читаю чат, а он играет. Ну, играет так же хреново, в общем-то, как и я. Поэтому вы особо разницы не заметили. А что такое ГГшки? Ой, ну лучше не спрашивай. А еще ведь и не знает, как Майкер на первом Dead Space мати... Не было такого. Наговор, клевета, провокация от Петра 74, такого Розетта Круса. Обнаружена турель. Захватываем объект, пацаны, захватываем. Иди сюда! Заря подходит. Я сразу за хилкой, с вашего позволения. Ой, тут хреновая хилка у нас. Очень неправильная хилка. Тихо! Я вижу, что сзади. Нет! Щит предательски закончился. Первый Dead Space, говорит Болгар. Жена на даче, 4 утра, Майкер превозмогает. Вот это времена были. Ну что, помните это? А я проходил Dead Space еще? Это круто, конечно. Хорошая игра, наверное. Так, ну я потихоньку пытаюсь, типа, заехать. 1,5 минуты осталось. Вижу снайпера. На. Там сверху помогли еще. Вообще, во время перезарядки нужно Заре давать просто по лицу. А можно было через шифт ее пригвоздить. В такой ситуации это проще было сделать. И правильный, кстати. Как-то все... Не очень хорошо. Фара наверх полетела. Я прикрою вас, пацаны. Обращайтесь. Ой, еще убил даже. Вот это я дал. Так, можно хилочку, пожалуйста? И щит восстановлю, и хилку возьму. Ребята, лежать! Да как ты не... Не лег-то, ну... Бастион, ну мы же договаривались с тобой. Я тут вообще держусь против миллиона врагов, миллиона. Ну и все, не слава богу. Да брось, заряд, ну брось, ну в конце концов, ну мы же оба танки, должны друг друга понимать, ну. Обязательно вот так вот жестить, да? На, Алена! Ой, туретка, бастион тут разложился. Короче, я сделал все, что мог, вы сами видели, ко мне вообще претензий никаких. Я танкую, где тьма, непонятно. Иду, там одни черепки валяются. Все, это ГГ. Это ГГшечка, пацаны. Я тащил, но не вытащил. Поражение.
захожу, там одного, там фару зашел, а защитил пацанов от ульты фары, убил фару. Зашел, убил, ну конечно, туретка с попугаем со своим опять топовым. О, а я его убил. Я убил лучшего игрока матча. Знаете, что это значит? Значит, я еще лучше, чем он. В конце вы видели, как Ешка его? Фигак. И сбил. Но, да, меня заплюсовали. Да, эпик, но... А где моя победа? Где победа? Я смотрел распрыжку в Квейке. Где-то, что ли... С Лайфа, то ли с Хэппи Зергом стримил, там тоже были ништячки. Что-то не помню. Надо отобрать попугая. Ну а фигли. Он постоянно. Они вдвоем постоянно выигрывают. Я не думаю, что это совпадение. Это больше похоже на заговор. Приготовьтесь к обороне. Так, я предлагаю прекратить вот эти вот все. На первую стадию у нас Макри. Или солдата возьмем. Солдатик, солдатик. Не, давай Макри. Сегодня Макри не было, Макри просили. А потом, если мы отдадим, конечно, точку А, будет красавчик. Еще 34 минуты до пуфа. Главное не победа, главное лайки. Да, получается так. То есть даже если ты проиграл, но отыграл хорошо, тебя там пацаны поддержат такие. Поставят тебе палец кверху, и ты думаешь, вот я, оказывается, не такое уж и дно. Самообман, все дела, повышение самооценки, в общем, разного рода компенсации. Приятно. Хорошо, мы готовимся к обороне. Я за Макри, наверное, для начала возьму... 30 секунд до атаки. А кто у нас вообще? Танк есть хоть? Здесь мой дом. Так, танки есть. Что-то много народу здесь. Вариант, шел бы ты подальше со своим снайпером. Ты бы еще вплотную в арку подошел бы. Ненавижу ждать. Прикольно, Варину можно так сказать, знаете, на «ты». Человек-то он серьезно, на самом деле, но как бы он мне тоже может сказать, но молчит. Спасибо, Варин, ты няшка. Работаем. А, я упал, что же я сделал? Ладно, работаем. Ой, какой фейл. Красавчик слева. Блин, не ближе к танку надо. Тихо. Что там за... Вижу трейсер, вижу красавчик подходит. Ой, я уже получил. Уже так нахватал. Оттесните. Отличная трейсер, видите? 5 выстрелов, 6. 2 попадания. О, хорошо, сейчас взял. О, сейчас придут по мою душу. Мне Дан, ты взять. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу, тот дикий лес, дремучий. Опять не это самое, не дочитал про лес дремучий. И грозящий, чей древний ужас в памяти несу. Бегом на объект, пацаны. Ой, хорошо, снял. Красавчика бы снять, конечно. Но это такая немножко гиблая штука. Ну, почти красиво получилось. Вообще. Не надо. Готовность нулевая у нас, как обычно. О, вообще. Сейчас расплачу. Как ультанул. Оп! Бах! Ха-ха, минус 2! Ой, как хорошо-то, хорошо-то как, господи! Давай, иди сюда, трейсерка.
Ой, тут не трейсерка, тут все. Но зашел хорошо. Во-первых, там бах-бах, потом бах-бах еще. Ой, какой фар, что-то разогретая заря. Ашку мы... Не, не факт, что сдаем. Там двое, третий подходит. И... один. Все, дали. Беда. Новая позиция обороны. Объект Б. Больно не будет. Просто укольчик. Ой, плохо все. Ой, я ж по стенам не лазю. Ну тогда перезаряжаемся. Раз. Ну е, кинь! Да-да-да, конечно. Забываешь просто, как себя вести на ближней дистанции. Я думал, что я сейчас Ханзо. Я сейчас возьму на стенку, запрыгну и будет профит. Оказалось, что я не Ханзо. Так, беру красавчика. Надо 7 минут держаться. Так, Ханзо вражеский. Не, наш ультует. Ща, попробуем подержаться. Раз, два. Причем, так, вражеский красавчик сейчас будет заходить. Я подспамил и спас. Спас нас всех. А, кстати, у них там же нет этого. А, нет, есть, есть, есть. Кто там есть? Кто там стреляет там? Нет! Трейсерка мину поставила. Такая она медленная, капец. И все равно хватило. 6 минут. 6 минут. Да, и два красавчика живы. Пара полетит сейчас наверх. Ой, тут не только фара. Я попал в нее, но... слишком поздно. Уже начинаю гренки стрелять. Ну, в смысле, попадать в таких вот ситуациях нестандартных. Это хорошо. Жду, когда этот капкан сработает. Тогда можно будет взорвать бомбу. А можно, кстати, взять и... угу. Так, трейсерка. Опять справа идут. Пара опять идет. Смотри, какая штука. Огонь по готовности. Какая? Что ты делаешь? На тебе. Нет. Это провал, пацаны. Сейчас захватят. Я ультую. Я не ультую нифига. Нет. Покатились, покатились. Подождите, я еще сейчас успею. Беда. Лучший игрок. Я сегодня ни разу лучшим игроком матча не становился. Обидно немножко. Жалко. Жалко, жалко. Хорошо, посмотрим, что за следующая карта. Если у вас есть предпочтение по героям, точнее, пожелания по героям, пишите в чатике. Бастион, Ханзо, гном, фаерлорд. Вы прибываете до рада. Рипер был. Атака. Ну, в атаке хорошо может зайти тот же самый Пудж, тот же Рипер. Бастион, кстати, тоже на этой карте может зайти за атаку, как-то не странно. Но если будет у нас танк. Варя, а можешь танка взять Райнхарта? Я туреточкой, а ты прикроешь. Я что-то пропустил.
Райнхарта можешь взять? И я бастионом, а ты прикроешь щитом. Окей. Hello guys, good luck. Так, ну сейчас будет подобие какого-то тимплея. Задумка весьма тривиальная. Достаточно такая уже не то чтобы распространена. Воу-воу-воу. Паниш, а ты думаешь, мне близы за ФФА тоже не платят? Ты что, там же продажи вовсю идут. Варкрафта третьего. Атака начнется через 30. Такие наивные. Думаете, я просто вот люблю играть, стримить вот так вот по вечерам? Думаете, мне это нравится? Нет, конечно, вы что? Это же мучение просто, мучение. Настоящее испытание. Кота не видно на вебке. Вебка не работает, Жень. Hello. Hi. Can you guys hear me? Good. Cool. Так, ну пробуем зайти. Блин, конечно, хреново, но... Блин, никого не вижу из-за такого обзора. Беда. Пара сверху. Снайпер где-то снизу вообще. Ну, обнаглели совсем. Поехали. Тяжкий труд, да? Просто, нужно просто... доставить этот груз. У нас есть удержание. Наглец какой. Ну, я раскладываюсь. Смотрю по сторонам, готов к бою, вижу. Снайпера, блин. Нет, снайпер, снайпер. Готов утонуть, ультую. Лечусь, не лечусь. Продвинулись до чекпоинта. Ух ты, какой пара-папа-пам у нас. Так о чем я? А, да-да-да, надо дойти до машинки, на нее сесть, разложиться и стрелять с нее. При этом необходимо, чтобы Райнхард был неподалеку и прикрывал... Прикрывал. О, хорошо. Правда, не очень хорошо. Очень плохо. Да тут красавчик. На нычке. Я ее тоже обожаю, эту точку для красавчика. Очень хороший спам от него. Очень. Дамаг он умеет вносить. Но если мины попадают, они в такую ситуацию очень часто попадают, то... Ну что, доставим груз? Ему по ДПСу сложно равных найти. Блин, еще один. Мы должны работать сообща. Симметра хороша. Так, наша фара ультует. Я думаю, мне надо менять героя просто. Ладно, я встаю вот так вот. Тихо. Раз. Сейчас меня обходить будут. Я нашла их телепорт. Слева. Телепорт врага уничтожен. Это наш, кажется. Не, не наш. Хорошо. Так, заходим. Заходим, заходим, говорю, Михаил. Ну запрыгни ты, робот-то глупый. Блин, твою ж налево. Ну как так-то, а?
Все, работаем. Серия У. Осталась одна минута. Груз. Открывайте ворота. Вообще, на мувик, давай. Создавай. Дело главное, ничего не нужно. Едешь, головой мотаешь и целишься приблизительно во врага. Вот, вот так вот надо было делать. Хорош, Варен, хорош, мужик. Где там этот? Ой, справа, справа, справа. Ладно, давайте я сложусь ненадолго. Ультую, короче. Ну так себе вообще ультанул. Скажем прямо. Хорош. Серия из 9 убийств. Да-да. Бастион еще достаточно крупный для своих... Ну, для своей роли товарищ, то есть в него очень просто целиться, когда он не в форме. Когда в форме, понятно, на нем там щит появляется, и он, его плотность, по крайней мере, с фронтальных атак, от фронтальных атак увеличивается многократно. Блин, чуть-чуть не добил. Вон, можно цепануть его здесь. Починимся пока. Так, ладно, надо поближе подходить. Фара взлетает. Я не, запрыгнуть не могу. Да ешки-матрешки, ну хоть встань так-то, ладно. Где этот Макри? Ой, твою ж налево. Так, все, я пытаюсь запрыгнуть, у меня получится. Нет, только не сзади. Ну, ё-моё, я просил тебя, ну, Фара, ну. Было видно, что она собирается сделать. Она могла даже не ультовать, а просто 2-3 ракеты пустить мне в спину, и мне бы хватило. О, телепорт. Подгон. Вот это грамотная симметра. Вот это я понимаю, работа на команду. Ангел. Там где-то Макри еще был. Красавчика вижу. Ой, меня сейчас столкнет. Ой, как габариты не те. Оп. Оп. Да брось. Ну брось. Ну давай, ладно, ульта на ульту. Давай, 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 давай. Хорошо. Вижу симметру в стане врага. Ну, ясно. И ангел еще вылезла. Так, паяю. Нет, ну, вот так вот обычно и бывает. Ну, как? Нормально. Двигаемся не так плохо. 2 минуты осталось до конца. Наполовину последняя точка уже захвачена. Ну, то есть, далеко уже прошли. Но надо как-то все-таки действовать, наверное, да? Груз под контролем. Давайте достанем его. Хилка халявная. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, ребят. Там вовсю идет экшен. Прям вовсю, я хочу... Не-не-не, фара, фара, не надо, не надо, не надо, фара. Там 2 фары.
Ой, плохо, кака. Как же плохо. Больно не будет, просто укольчик. Осталось одна минута. Раб возвращается. Ну я типа раскладываюсь. Убиваю одну фару. И убиваю ангела. Ульта есть, если что. О, убили, хорошо. Сейчас можно против троих-то зайти с ультой. Так, подходит здесь симметром. И вот так. Еще постреляем так. Ну выходим, выходим, не торопимся. Все, отлично. Не толпимся, хотел сказать. У кого-то гуф, говорят. О, я лучший. Сейчас, секундочку, я... Судя по всему, вчерашние проблемы у нас повторяются. О, времени в огне. Я пропустил даже лучший момент, не посмотрел. Из-за того, что у части проблемы с трансляцией. И... Эпик. Так и только так. Так, я покину матч, с вашего позволения. Хотя один, в принципе, можем еще успеть провести. Да, давайте попробуем. Сейчас я только один момент со своей стороны, который могу проконтролировать и фиксануть, если... Нет, нет. В этом плане все хорошо. Давайте играем еще. Так, Гибралтар за атаку. За атаку, за атаку. Есть заря, есть фара, снайпер, саппорт. В принципе, у меня есть полная свобода выбора. Давайте жнеца, наверное, возьмем, да? Проблему оперативно пофиксят. Если, ну, я вижу, что у части пользователей траблы. В частности, у 180 человек из смотрящих. Это проблема на одном из раздающих серваков. Сейчас ее поправят. Не переживайте. Мы, кстати, сейчас еще одну железку выбираем и будем приобретать, подключать дополнительные каналы. На трансляции по сайту могу подробнее рассказать по этому поводу. Ну, хотя там особого фидбэка от вас не нужно. Ладно, для атаки что я хочу? Что я хочу для атаки-то? Дай жнеца. Смерть. Ой, мы в середине игры уже. Приджойнились. Кто-то ливнул, видимо. Не люблю я такие штуки. И танка у нас нет. Сверху бастион. Что я могу... Надо танка брать. Давайте Райнхарта возьмем. Потому что здесь, судя по всему, проблемы. Времени мало, путь пройден лишь наполовину. Танков в тиме нет. Про железку расскажи, я люблю железки. Но, судя по всему, это будет двунодовая супермикровская платформа. Два юнита, две системы. Под... Двухпроцессорный E5-2690 первой версии. На каждой по 16 гигов оперативки. Соответственно, в каждой ноде по сетевой карте двухпортовой, 10-гигабайтовой. И надеемся, что каждый из этих двух нод будет прокачивать по 20 гигабит. И не просядет по иркам
А, ну дисковая там весьма условная, на самом деле. Ну что, она там не нужна на этом серваке. Так, я вижу фару. Я вижу, что она там тупит внизу. Но я особо не... Блин, какая жесть, а? Надо фару брать. Еще одну. И расстреливать все это, все это недоразумение снизу. Да, две трейсерки — это минус вообще Райнхард. Даже одна трейсерка и Райнхарда за счет блинков разводит. Он ей особо, кроме Ешки, ничего сделать не может. А два — это вообще удаляем. Надо туретку убить. Я вижу ее. Убили. А, тут... Вражеская фара. Блин. Черт. Да, и секунды остаются. Это не доигра, конечно. Ну, учитывая то, что писался непонятно когда. И я не успею добежать до... в тот момент. Да, увы. Неполноценная игра. Я думаю, еще разок надо катнуть. Лучший игрок матча. Фашечка будет после следующей игры в Overwatch. Вот сейчас будет одна игра. А после этого будет ФФ-шечка. Надо хорошенько подумать над выбором следующего персонажа. Желательно взять за того, за которого не играл еще сегодня. И при этом... И при этом... 5% меткости у жнеца, найс. Артас, привет. Играть в Warcraft FFA в 2045 году. Да, в 45-м, 2045-м, это, конечно... Кто знает, может, создам тогда. Оборона, та же самая карта. Что я хочу? Я бы для удовольствия отыграл на заре, на самом деле. И учитывая то, что нет танка, я возьму зарю и буду мочить. Тем более есть красавчик... Хотя, в общем-то, солдату особо не поможет моя ульта. Нужно что-нибудь типа фары все-таки вот к этой связке. И учитывая особенности карты, пока мы не увидели... А, Макри, ну окей. Включил сейчас твое прохождение Dead Space на первых двух минутах. Ага, понятно. Ну ничего, все в пределах нормы. Никакой непотребщины. Итак, заря. На кого кидать чит? На солдата, на красавчика, ну и дальше по ситуации, может Макрип тоже будет поближе находиться. Но скорее всего, красавчик будет чуть ли не первым. Так, у них, судя по выстрелам, трейсер. 30 секунд до атаки. Снайпер. Хватит бездельничать. Готовьтесь к бою. Ну, трейсер точно есть. Макри. Вижу... Ой, кто это такой? Это вижу ангела. Райнхард идет прям по курсам. Ё-моё, как я упал-то неудачно. Это капец. Это такое, такое фейлище. Я хотел просто посмотреть, кто там идет, в каком составе. А получилось вообще беда. Ох, не люблю проигрывать. Косматый, привет. Они рядом с грузом. 1-2 человека.
Трейсер как где-то рядом. К снайперу пошла, очевидно. У них приличное количество танков, на самом деле. Блин. Добро. Аптечка спасла. Да щит спас, конечно же. Попробую зайти наверх. Блин. Мне показалось, что у него мало хп. А это у той осталось мало хп. Но встретил его, конечно, с руки нормально. Но он даже этого не заметил. Так, ультимейт есть. Они уже на точке. Блин. Молот пошел. Захожу. А давай-ка вот так вот сделаем. Да, щит, конечно, очень мешает. Хорошо, ангел молодец. Ангел очень хорошо зашла. Но я очень сильно аркажу сейчас. С полным разогревом стараюсь прям в самую гучу зайти. А на самом деле можно держать дистанцию. Вообще для зари идеально держать максимальное расстояние, на которое только позволяет тебе пушка, с незначительным там запасом, чтобы цель не могла просто от тебя назад отойти. Вот. А ближе подходить вообще резона никакого нет. Нет резона, говорю. Снайпер, говоришь? Да, вижу. Ё-моё, плохо как. А, он сверху. Ангела убили. Так, я не достану до туда. Умру сейчас. Еле выжил. Ох, хилку. Ну это реген поле, насколько я понимаю. Да это жесть просто какая-то. Ульта почти. Пара сверху. Пару убили. Пару убрали. Так, что мне? Мне можно сюда зайти. Правда, ангел скорее улетит. А уже не улетит. О, я перебил ульту. Нифига себе. Нельзя, нельзя лезть. Надо кто аккуратнее за нее играть. Ультанула трейсерка. Удалили трейсерка. Блин, какие они резвые вообще. Ой, нет. Не, на самом деле все неплохо. Так, работаем.
сверху Рипер. Блин, разогрева нет вообще никакого. На тебе щит. Вперед. Ну, сейчас уже есть. Нормально. Держимся. Я тебя прикрою. Ангел, вообще ты не обознался или нет? Давайте. Огонь по готовности. На мулик. Блин. Видели как? Вы видели, пацаны? Я их фигак по лицу, так кулак. Я стараюсь. Ай. Ешку надо было кидать, конечно. Поглотил сейчас полностью. Ой. Не, тихо. Там фара сверху, понимаете? Ой, это что-то много народу. Я попробую уйти, но это очень сложно. Уже нет. Пофиг на контрольную точку, там нельзя было продолжать сражаться. Справа они идут. Ой, как вовремя ульту врубил. Блин, опять щит я не взял. Да, я вижу, что сзади. Точнее, слышу, что сзади. Хорошо. 2 минуты 30 секунд. Последняя точка. Пара запрыгивает. На ней там еще ангел. Ну, от рокетов пробуем уворачиваться просто. Блин, чертов рипер. Щит поглотил большую часть урона. Эй, тихо. Надо ультовать. Сейчас фара будет ультовать, скорее всего. Ой, больно. Давай ультанем. О, хорошо. Ай, 16 убийств в серии. Прикиньте, 16 убийств в серии. За танка. Вот это я, да, вот это я держался. Долго держался. У меня железная воля. У меня уже много, наверное, вещей железных. Судя по характеру. Вперед. Так, он сейчас отсюда будет выходить, скорее всего. Или оттуда. Вон он. Ой. А, он уже мертвым долетел, да? Минута. Блин. О, хорошо. Ульта спасла сейчас, кажется. Осталось
Все, справились. Там три человека мертвые. Они не успеют прийти. Фара поверху идет. Ее убили уже. Хорошо сыграли. И это убили. Все, изи. Хорошо сыграл здесь. Хорошо. То есть в середине игры было настоящее мясо, когда постоянно уменьшалось ХП, но щит приходил. Там где-то АОЕ, где-то шафт. Но не дали мне лучший момент, к сожалению. Но вы свидетели. Я отыграл неплохо. Ой, хорошо вообще. Пам-пам-пам. Это хорошо, да. Это великолепная позиция. Его, правда, жнец убил вплотную. Лучшая серия убийств была. 16, да. Ну что, сейчас мы переключаемся полномерно на FIFA. Я покидаю матч. Спасибо большое, что смотрели. Это в запись наверняка пойдет. Сейчас будет немножко Варкрафта.